борт. Земля борт. Есть это в холодной пневмокронах вот. Есть мачта. Есть мачта 30-й. Порядок, все хорошее. Принято. 30. Параметры конструкции ракеты на 30 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 40. На борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. Давление в камерах двигателей в норме. Танго, 60 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. На борту порядок, самочувствие отлично. Нормальный. Принято. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Параметры конструкции ракетного носителя. На борту порядок, все хорошее. Принято. 110. Тангаж, рысканье, вращение в норме. Есть сброс ДУСАС. Есть вращение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Есть отделение первой ступени. 130. Стабилизация изделий устойчивая. Параметры конструкции ракеты в норме. Стабилизация изделий устойчивая. Есть сброс створа головного обтекателя. Есть сброс головных обтекателей. Подтверждаем сброс головного обтекателя. Есть управляемый спуск. Самочувствие хорошее. Принято. 170. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 170. Двигатель второй ступени работает устойчиво. 180. Стабилизация изделий устойчивая. Принято, на борту порядок. Самочувствие хорошее. Выдал команду Р-13. Принято. Наблюдаем фавора третьего. 200. Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП 14 часов 5 минут. 220. Секунд. Полет нормальный. 8 миллисекунд. 230. На борту порядок. Самочувствие хорошее. Хорошее ведение. Принято. 240. Двигатель второй ступени работает нормально.
50. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Подожди, порядок, самочувствие хорошее. Принято. Ожидаем ГК-2. Принято. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 280. Прошел гарантийный надув бака окислителя третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение. Есть запуск двигателя третьей ступени. Подтверждаем ГК-2. Выбор команды Р-11. Принято, наблюдаем по первой камере. 310. Также прошло отделение второй ступени. Изделие устойчивое. Подтверждаем, на борту порядок. Самочувствие хорошее. 320. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 340. Параметры системы управления в норме. На борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. Полет нормальный. 350, полет нормальный. 360. Хорошо, порядок, самочувствие хорошее. Вас понял. 370. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 400. 400 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Стабилизация изделия устойчивая. Полет нормальный. Принято, фавора. 420. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 430. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Фаворы приняли, на борту порядок, самочувствие хорошее. Принято, Е-16-3. 450. Полет нормальный. 460. Параметры 460. Ракетоносителя в норме. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Принято, на борту порядок, самочувствие хорошее, через 50 секунд ожидаем кого. Принято. 480. Параметры системы управления в норме. 490. 490. Стабилизация изделия устойчивая. Стабилизация устойчивая. Это на борту порядок, самочувствие хорошее. Принято. Через 25 секунд. 500 секунд. Все в норме. 510. 510. Ожидаем ГК-3 и КО. Принято, на борту порядок, ожидаем КО. 520. 520. Система управления в норме. 530. Есть ГК-3, есть контакт отделения. Фаворы, поздравляем вас с успешным выведением. Передаем вас в субу Москвы. Репортаж окончен.